Токаев посмертно наградил военных и спасателей Жамбылской области. Так называется статья. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о посмертном присвоении орденов спасателям, военным, погибшим при взрывах в воинской части. Передает закон.кз со ссылкой на Ак-Орду. За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Халык Кахармана с вручением знака особого отличия Золотой Звезды и Ордена ОТАН Айманову Мержану Какпасыновичу, заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательной работы Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области посмертно, говорится в указе. Вот его фотография, значит. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинской службы, долго наградить также орденом Айбын первой степени Капезова Армана Хуанышевича посмертно, военного прокурора Южного региона Главной военной прокуратуры, Микропула Александра Николаевича посмертно, оперативного дежурного заместителя руководителя тушения пожара, дежурной службы пожаротушения, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Орденом Айбын третьей степени наградить Далибаева Уразбека Дайраевича посмертно, стрелка команды ведомственной охраны воинской части номер 28-349 Министерства обороны. Жанбулата Руслана Журсинбаевича посмертно, специалиста пожарного спасателя военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части 283-49 Министерства обороны. Орденом Айбын третьей степени Мишенбай Марат Сайлаулы посмертно, специалиста механика-водителя военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части номер 283-49 Министерства обороны. Орденом Айбын третьей степени наградить Надирбекова Еркина Еркибаевича посмертно, начальника подразделения, начальник команды, военной команды противопожарной защиты и спасательной работы войсковой части 283-49 Министерства обороны. Орденом Айбын третьей степени наградить Сандыбаева Ельдоса Кадырбаева посмертно, старшего пожарного спасателя пожарной части номер 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Жамбылской области Министерства МЧС. А орденом Айбын третьей степени наградить Темурбулатова Арнура Сериковича посмертно, пожарного спасателя пожарной части номер 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Жамбылской области МЧС. Орденом Айбын третьей степени также наградить Турибекова Танирбергена Худайбергеновича посмертно, старшего пожарного спасателя специализированной пожарной части номер 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям. Указ вводится в действие со дня подписания. Вот такой, друзья мои, значит, вышла статья в интернете о награждении посмертных военных и спасателей Жамбылской области. Ну, пользуясь случаем, конечно, хочу всех близких, всех родственников выразить всем соболезнования в связи с такой трагедией. И как мусульманин хочу сказать, что все мы в конце пути, все уйдем, все умрем. И поэтому я думаю, что эти люди, Аллах все видит, как все произошло. Аллах лучше людей знает, и кто чего достоин. Я поэтому считаю, что люди, которые погибли за свою родину, за независимость Казахстана, они причисляются к шахидам. То есть, поэтому давайте будем молиться за них, чтобы Аллах дал им степень шахида. И
В общем, с вами был Ергали. Салам алейкум, рахметуллахи ва баракатух.